Здравствуйте, уважаемые дамы, здравствуйте, уважаемые господа. Есть такое направление, как разукрашивание картинок взрослыми людьми. Есть детское разукрашивание, а есть взрослое. Очень полезно, называется антистресс. Когда мы разукрашиваем, мы успокаиваемся. Мы видим четкие линии, по которым надо водить карандашик. И мы успокаиваемся, и нам так хорошо и спокойно. Цвета могут быть абсолютно разные. Какие у вас есть, такие они могут и быть. Разукрашивать можно как хотите, водить можно как хотите. Это ваш рисунок, и вы с ним делаете, что хотите. Здесь нет никаких правил, только линии, по которой мы видим, что это цветочек, наверное, а это листик. Вот я хочу такой листик, значит, у меня будет такой листик. Тут все можно делать. Здесь я тоже хочу такой листик, вот такой. Сегодня у нас вот такой листик. Можно медленно рисовать, аккуратненько. Можно куда-нибудь спешить, можно никуда не спешить. Очень успокаивает. Ну, называется антистресс. Придумали же такое название, наверное, не зря. Большая картинка. Надолго хватит. Может, мы за одно видео не успеем ее разукрасить. Дело такое. А может, успеем. Как получится. Нет, так следующее доделаем.